Учебная тревога коснется только Лазаревского района. 24 марта там прозвучит сирена. Вообще подобные проверки системы оповещения проводят регулярно, как районные, так и общегородские. Раз в квартал проверка проходит комплексная, в ней задействованы все типы и виды сирен. В этот момент сигнал можно услышать во всех уголках курорта. По этому сигналу население города должно включить радиоприемники, телевизионные приемники, на которых будет разъяснено в виде видеоинформации или речевой информации порядок действий населения при получении этого сигнала. Если это учебная тревога, то сообщение также включает в себя текст, что это учебная тревога, просьба сохранять спокойствие. Система оповещения Управления гражданской обороны, если это не учебная тревога, может запустить в случае стихийных бедствий и прочих катастроф. Радиация, химическая опасность, воздушная тревога. А с наступлением весны в Сочи есть угроза паводков. Особенно стоит быть бдительными жителям прилегающих к водоемам территорий. В случае опасности сочинцев будут оповещать в том числе и при помощи сигнала тревоги.